Санкт-Петербург. Год основания 1703. Население 5 миллионов человек. Официальный статус – административный центр Северо-Западного федерального округа. Неофициальный – северная столица России. Вначале была река. Город начался с Невы. На ее берегах 16 мая 1703 года Петром I была заложена крепость. Новую крепость назвали Санкт-Петербург в честь апостола Петра, хранителя ключей от рая и небесного покровителя императора. Позднее крепость стала называться Петропавловской, а первоначальное имя перешло к городу, возникшему под ее прикрытием. Для многих Петербург начинается с Дворцовой площади, хотя, как нам уже известно, началом всех питерских начал была Петропавловская крепость. Среди туристов даже байка такая есть. Все дороги ведут на Невский. Невозможно гулять по Питеру и ни разу за день не выйти на проспект. Вот и мы по нему пройдемся. Невский проспект – очень оживленная улица. Тут и магазины, и театры, и всевозможные исторические здания, ну и, конечно же, памятники. Работы по возведению Исаакиевского собора начались в 1818 году. Сегодня Исаакиевский собор занимает 4-е место в мире по величине. В высоту он достигает 101,5 метра, а вместить может до 12 тысяч человек. Один из самых красивых соборов Петербурга, Спас на Крови, был возведен на месте убийства народовольцами императора Александра II. Покушение на императора было совершено 1 марта 1881 года на набережной канала Грибоедова, и уже на следующий день Градская дума на чрезвычайном совещании постановила просить нового императора разрешить возвести часовню или же памятник царю-мученику. Разрешение было получено, конкурс объявлен, и вскоре прямо на берегу канала появился новый храм. Спас на Крови щедро украшен мозаиками как снаружи, так и изнутри. А вот такой вид открывается с колокольни Спаса. Идея создания дворцово-паркового комплекса, как и большинство других оригинальных идей, пришла в голову Петру I, и он лично разрабатывал схемы и чертежи и руководил стройкой. Самым изумительным и прекрасным в Петродворце по праву считается большой каскад. Высота фонтанов порой достигает 20 с лишним метров, а самым большим фонтаном является Самсон, разрывающий пасть льву. Гулять по парку можно часами, и всегда взору открывается нечто новое. –